Всем привет! В этом ролике я расскажу про Чарочкину Дарью Вячеславовну, которая отобралась с первого места турнира «Челябинский вариант», проходившего в апреле этого года в Челябинске. Дарья родилась 7 октября 1990 года. Международным гроссмейстером среди женщин является с 2011 года. Международным мастером среди мужчин с 2015. Родилась в Москве. Образование высшее. Специальность физическая культура и спорт. То есть закончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Очень сильная шахматистка. И если всех участниц я решил проиллюстрировать примерами из турниров, из которых они отобрались, то выставить позицию и рассказать, то про Дарью. Дарью придется партию показывать с первого хода. Почему? Потому что очень много Дарья работает над шахматами. И любит применять редкие варианты. И вот в этой партии против опытнейшего гроссмейстера Галины Струтинской она выбрала такой редкий вариант Звягинцева. Сыграла конь А3. Вариант редкий, но не без яда. То есть, вот обратите внимание, черные делают естественные сицилианские ходы. И буквально через несколько ходов выясняется, что конь на А3 стоит не так уж и глупо. Пешечная структура у белых чуть-чуть получше. И в целом можно сказать, что черным предстоит борьба за уравнение. То есть, если они сыграют, допустим, D5, то у них появится изолированная пешка, а конь по нормальному маршруту перебирается на законное место D4 или даже на E3 после предварительного слон G5. Для давления на пешку D5. После B5 Дарья заставила противницу перевести, подтолкнуть ее коня поближе к центру. И у белых просто великолепная позиция. Угрожает где-то ферзь F3. Слон чернопольный собирается выйти на B2. После слон b7, слон b2, конь d7. Позиция вполне созрела для комбинационного удара. То есть последним ходом черные защитили пешку b4. Но ходом конь f5 белые пошли ставить мат. Действительно, после gf конь бьет f5. Черный король в страшной опасности. Слон на e7 подвисает, конь на f6. Тоже под прицелом страшного слона b2 белый ферзь попадает на h6, и по большому счету партия заканчивается. Черные не рискнули забрать коня, но после конь бьет e7, ферзь бьет e7. У белых преимущество двух слонов, которые простреливают с ферзевого фланга на королевский очень сильно. И, в общем-то, партия не затянулась. Белые забрали пешку и отправились за дальнейшими материальными приобретениями. Понятно, что в случае ладья f7 белые ни в коем случае, в случае ладья f7 белые ни за что бы не пошли на троекратное повторение позиции. То есть Дарья набила немножко времени. И черные вместо ладья f7 сыграли ферзь h6. И после ферзь e6 шаг сдались. То есть шахматистка очень сильная, очень интересная. За ее партиями будет следить очень даже не скучно. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Скоро следующая участница будет представлена.